В Мурманск с гастролями приехали актеры Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Они представят свои постановки и передадут специальный символ года театра в рамках всероссийского марафона. О том, что ожидает мурманских зрителей, в следующем материале нашего выпуска. Всероссийский театральный марафон – крупнейший проект года театра. Он организован в виде эстафеты, в которой принимают участие все регионы. В Мурманск символ проекта привезли представители Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Это отличная возможность и, самое главное, укладывающаяся сейчас вот в общую стратегию развития театрального дела, наладить снова все наши связи, которые так или иначе по каким-то причинам, объективным, субъективным, были в свое время потеряны. Да? То есть мы вот эти нейронные связи нашего театрального головного мозга в нашей стране налаживаем. На сцене Дома культуры имени Кирова архангелогородцы покажут три спектакля. Житейскую мелодраму по пьесе Алексея Арбузова «Победительница», старинную сказку Антония Погорельского «Черная курица» или «Подземные жители». Актеры завершат театральный цикл на мажорной ноте комедии «Случайное счастье» милиционера Пешкина. Такие они разноплановые, но все достойны внимания, достойны хороших оценок, чтобы мурманский зритель насладился, посмотрел эти спектакли, задумался, может быть, о чем-то. Актеры Мурманской облдрамы передадут эстафету Калининградскому областному драматическому театру, где и будут подведены итоги всероссийского марафона.